Первая партия магистральных тягачей марки КАМАЗ прибыла в Нижегородский регион. Собственный автопарк на 80 больших грузов пополнила крупнейшая транспортно-логистическая компания России «ИТЭКО», которая успешно работает на территории области. В церемонии передачи машин принял участие губернатор Глеб Никитин. В течение полугода в распоряжении лидера внутрироссийских транспортных перевозок окажется 1000 магистральных тягачей марки КАМАЗ. На сегодня сотрудничество региона с автогигантом России продолжает только наращиваться.